Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Инвесторы вложат 15 миллионов евро в деревоперерабатывающий завод в Опарино. Компания «Лесной путь» запустила там первую очередь безотходного производства. Предприятие перерабатывает хвойные лиственные породы. Проект позволит создать 117 высокооплачиваемых рабочих мест. Деревообрабатывающая промышленность занимает основную долю в структуре промышленности Опаринского района, около 30%, уточняют в правительстве. Программа «Экономика». Министерство развития предпринимательства подписало соглашение с Вятским госуниверситетом. В его рамках будут решаться вопросы взаимодействия, направленного на диверсификацию экономики, повышение инвестиционной привлекательности, развитие городской среды, развитие молодежного и инновационного предпринимательства. Кроме того, студентов хотят привлекать к социологическим исследованиям, инвентаризации земель и инвестиционных площадок, разработке концепции развития моногородов. Экономика на 101 FM. Налоговики запустили мобильное приложение для ИП. Через него можно войти в личный кабинет налогоплательщика. Там можно проверить информацию о начисленных и уплаченных налогах, о долгах, получить выписку из реестра индивидуальных предпринимателей, узнать дополнительную информацию о прохождении своих документов и получить ответы на другие вопросы. Приложение доступно в App Store и Google Play, а также на официальном сайте ФНС на странице сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя». Сейчас в Кировской области личными кабинетами на сайте налоговой пользуются 223 тысячи физических лиц, 1500 организаций и более 3000 индивидуальных предпринимателей. В завершение валютах доллар на сегодня 58,88, курс евро 65,96. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.